анализ крови, шариков пузатых, каких-то лейкоцитов безобидных, их качество в невиданной зарплате. От витаминов, что на столе не видно. Но если радиация коснулась, проникла, поселилась в костный мозг, ты обречен, печать легла на скулах, румянец заменяется на воск. Мне донора замену для артерии не предлагают, да и ни к чему. Меня не будет, велика ль потеря, кто ощутит тоску по моему уму? Но Иисус, проливший кровь святую, и за мои грехи во искупление, Он сам возможность мне дает такую, освоить ныне неземное пение. Мне посчастливилось, и даже не однажды, принять в себя Его живую кровь. Единственное средство тем, кто страждет, чья участь ясная и так, без лишних слов. Постигнул, наконец, последствия грехов, страдания вскипели так внезапно, и результат анализов плохой, и жить мне не с людьми, а с изгнанными псами. Кровь и душа, душа в крови животных, под страхом смерти не вкушайте крови. С раздвоенным копытом жвачные угодны, для них от Авеля все жертвенники строят. Кровь Агнца пытельцов не очищает, она указывает на Голгофский крест. Исполосован римскими бичами, Иисус прообразует мой арест. Мой грех, мое безумие омыты Христовой кровью чистой и святой. Писание – пища нам с раздвоенным копытом, всем сотворенным снова в день шестой, 1 июля 2003 года.